Алкоголь унес жизни троих человек. Таков исход страшного ДТП на улице Станкостроителей областного центра. Напомним, что вечером 26 октября автомобиль Mitsubishi Lancer на большой скорости врезался в фуру МАН. На месте погибли водители, двое пассажиров легковушки. Еще одного доставили в больницу с тяжелыми травмами головы. Результаты токсикологической экспертизы показали, что все жертвы были в состоянии сильного алкогольного опьянения. Больше всех выпил водитель Mitsubishi. Медики обнаружили у него в крови более 4 промилле алкоголя. Это эквивалентно почти литру водки. У остальных от 3 до 4 промилле. Что касается погибшего, то он работал в службе такси. Правда, в трагический вечер заказ не выполнял. Данные медэкспертизы, вероятно, сильно повлияют на расследование дела. Ведь мужчину, управлявшего фурой, могли привлечь к уголовной ответственности. Ситуация с аварийностью в корне может поменять только изменение отношений самих водителей к проблеме пьянства за рулем, а также их родных и близких, с молчаливого согласия которых нетрезвый водитель позволяет себе выехать на дорогу.